Если поступали какие-то правки в редакционную комиссию, озвучить правки, принять в целом проект постановления, если, ну, обсудить, точнее, правки, если они есть, принять проект постановления. Уважаемые товарищи, я обращаюсь к члену редакционной комиссии. Какие-то правки были в постановлении? Так, дорогие товарищи, правок поступило, к счастью, не очень много. Получается, что редакционная комиссия до этого провела хорошую работу, что оценено членами партии. А поступило две правки всего лишь. Три правки. Вот еще. Так. Четыре правки. То есть правки поступают прямо по ходу. Первая правка от Казенова Александра Сергеевича. Предлагается первый абзац в самом конце расширить следующим образом. Добавить и задачи, определенные в решениях 26-го съезда РПР. Таким образом, весь абзац будет звучать следующим образом. Обсудив отчетный доклад Центрального комитета партии, с которым выступили сопредседатель рабочей комиссии В.В. Кальвет, сопредседатель идеологической комиссии Д. Юшилов, сопредседатель организационной комиссии А.В. Золотов, съезд отмечает, что за истекший период партия выполняла программу РПР и задачи, определенные в решениях 26-го съезда РПР. Редакционная комиссия поддерживает эту правку. Предлагаю голосовать. Да, уважаемые товарищи, кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, знак вас. Вторая правка. Четвертый абзац. Со слова «продолжали». Первое вот это предложение предлагается изменить следующим образом. Да, как-то непонятно мне. Продолжали работу по обучению трем источникам и трем составным частям марксизма. Красный университет и университет рабочих корреспондентов. То есть выбросить слова «планомерную работу». Или что тут? Александр Сергеевич, вы не хотите выступить по поводу этого, в защиту вашей правки? Потому что... Вы просто их замените, да и все. Вот, ну как это? А вы тут целую процедуру. Конечно. Развели. Так, продолжили. Продолжали. Планомерную работу по обучению. Это многословие. Просто продолжали учебу. Или обучение. Этим и все. Не надо много слов по ясному смыслу. И даже выглядит план. И план. Вы все время по плану работаете. Не все время. Не все время. Есть экспромт, есть экспромт. Хочется красиво. Значит, еще раз формулирую предложение. Таким образом звучит. Продолжали обучение трем источникам и трем составным частям марксизма Красного университета и университет рабочих корреспондентов. Да, и все правильно. А работу-то надо добавить. И планомерно надо. Товарищи, вот такое предложение поступило. Давайте предлагаем ставить на голосование. Многословие, что менять-то, так и оставить. Будет много слов. Сейчас мы проголосуем. Уважаемый товарищ, кто за предложенную правку, прошу голосовать. Кто за правку? Непонятно. Раз. Считай. Кто против? Кто воздержался? Правка большинством голосов проходит, да. Так, идем дальше.
На первой странице последний абзац. Съезд констатирует. Предлагается заменить это предложение. Первое предложение предлагается заменить таким вариантом. Сейчас они звучат так. Съезд констатирует, что основной внутрипартийной проблемой в реализации программы партии является несоответствие численности рабочих в РПР нормальной для партии рабочего класса. Ни на одном производственном предприятии России нет партийной организации. Предлагается следующая формулировка. Съезд констатирует, что основной внутрипартийной проблемой в реализации программы партии является то, что ни на одном производственном предприятии России нет партийной организации РПР. То есть выкидывается вот это вот несоответствие численности рабочих в РПР нормальной для партии рабочего класса. Александр Сергеевич, вы хотите в поддержку вашей правки выступить или нет? Я что поддерживать? Я сказал. Объяснить почему там и так далее. Если надо, объяснить. Товарищи, надо выступить с объяснением. Это право уже не выйдет. Значит, несоответствие численности рабочих в РПР нормальной для партии рабочего класса. Во-первых, вообще численность по отношению к рабочим как-то это нехорошо звучит. Это, по крайней мере, количество, а не численность. Во-вторых, что значит нормальная для партии рабочего класса численность? Какая численность нормальная? В-третьих, значит, численность, количество – это вообще равнодушная определенность, учит нас Гегель. Поэтому, и вчера я говорил, да, что вот мы становимся еще только партией для себя, значит, еще нас мало, а может быть ситуация, которая развивается, революционная ситуация, она есть в мире, кризис происходит, и стало быть, революционная ситуация, она сейчас обострится, и она обостряется, и может быть обострится резко, и нам придется завершать строительство в более сложных условиях, его надо быстрее завершать. При этой вот численности, вот мало, но решать-то задачи все равно придется. Поэтому численность здесь, ну, она ни к чему здесь, упоминание численности. Вот и все. Тем более, что она не является главной. Она для нас в рабочем порядке, да, сейчас основная, конечно, нам, и вчера я говорил о массе, надо наращивать массу революционного субъекта. Все время она стоит перед нами, этой задачей. Может быть, в каком-то смысле ее там тоже в другой форме, может быть, упомянуть. Но не в этом контексте, что это главная задача. Спасибо. Александр Владимирович. Уважаемые товарищи, я думаю, численность имеет значение. Во-первых, численность, конечно, безразличная, определенная. Но это, Александр Сергеевич, до определенного уровня. А потом она становится стороной меры. Правильно. И изменение численности приводит к изменению качества. Вот об этом здесь и речь идет. Что пока нас 40, а связи с рабочим классом прочной, речи просто быть не может. Ну, что мы понимаем? И даже если случится кризис, и мы завершим, или нам помогут завершить, формирование партии, то это означает, что мы, конечно, ничего не сможем делать в этих событиях. Ничего. Потому что 40 человек рабочих в России, ну, это горстка. И нормальные, да, мы не указываем конкретное число, а по опыту можно посмотреть, ну сколько надо, вот сколько у нас производственных предприятий, да, на каких производственных предприятиях должны быть, так сказать, наши организации. Вот по смыслу вашей поправки, что у нас нет ни одной, будет одна, и мы уже, значит, решили свою задачу. Так, что ли, получается? Нет, вот на одном заводе у нас будет 3 рабочих. Нет, это по смыслу того, что вы предлагаете, уж вы критически забирали это положение, а я критически забираю поправку. Поэтому здесь все очень правильно сказано. Нормально. По опыту практики надо смотреть, сколько нормально. Ну, чтобы в решающих центрах промышленных, ну, было хотя бы 2-3 предприятия, где есть партийные организации. Значит, счет идет на 1000 рабочих. На 1000. Давайте по опыту смотреть, сколько было достаточно, чтобы сделать революцию в октябре. 100 тысяч. Ну, 100 тысяч рабочих. В основном рабочих причем. Но не все рабочие. Ну уж большинство-то было рабочих. 80 тысяч рабочих. И у нас 41 рабочий. Ну, о чем говорить? То есть для нас это кричащая проблема. Как мы можем создать партийные организации из 3 человек, если у нас в городе бывает 1 рабочий? Кричащая проблема. Поэтому у нас дальше постановление, что записано? Долгом считаем, что 1 рабочий еще 2 рабочих, 1 рабочий еще 2 рабочих. А мы сейчас это должны убрать. Да, иногда численность решает. Потому что это численность как сторона меры.
То есть пока мы 40 человек, качество наше такое, что мы кружок в значительной степени, кружок. Поэтому у нас ни коллективные договоры не продвигаются. А кому продвигать-то? Один герой, что ли, будет? Он продвигал его сколько мог. И что он продвинул? Себя продвинул правком. Такое бывает. А вот насчет того, чтобы создать там рабочую организацию, когда 40 человек вышли из профсоюзной организации, я сомневаюсь, что это было продвижение, не будет продвижения. То есть у нас кричащая проблема. Мы уж очень мягко сказали, ну а зачем нам для постановления кричать? Тут не эмоции нужны, а спокойные констатации факта, что не соответствует численность рабочих в нашей партии нормальной для партии рабочего класса. То есть такой, который позволяет вести класс за собой. Вот наши 40 рабочих, все замечательно, не могут вести пока еще с собой. Мало нас. Вот и все. Спасибо. Поэтому я предлагаю ставить так, как есть. Надо голосовать. Уважаемые товарищи, мы услышали, значит, поддержку поправки. Мнение оставить так, как есть редакцию. Прошу голосовать. Кто за правку? Раз, два, три. Три за. Кто против правки? Кто удержался? Еще раз, кто удержался? Четыре. Раз, два, три, четыре. Нет, против. 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 Правка большинством голосов отклоняется. Так, идем дальше. Следующая правка, последняя. В самом конце, пункт 3, предлагается дополнить следующим вопросом, следующим образом. Значит, сейчас этот пункт звучит следующим, таким образом. Нацелить партийные средства массовой информации на привлечение рабочих в партию. Предлагается добавить, я так понимаю, что дополнить в самом конце, да? Да. Давай это мы посмотрим. Привлекать рабочих к составлению и распространению на своих предприятиях спецвыпусков партийных газет, нацеленных на конкретные предприятия. Это призыв к рабочим членам партии или не членам партии? Ну, имелось в виду к членам партии, да, наверное. Если это к не членам партии, какое отношение это имеет к постановлению? Ну как, члены партии газеты будут писать. Так, может перефразировать, мы имеем в виду, что развить вот эту вот тему спецвыпуска газеты, чтобы она как партийное поручение звучала. Отдельно по предприятиям? Чтобы работа развивалась с прицелом на спецвыпуске. Можно повторить правку? Ну, может перефразировать, просто сама идея. Правка еще раз звучит так. Второе предложение после в третьем пункте добавить следующим образом. Привлекать рабочих к составлению и распространению на своих предприятиях спецвыпусков партийных газет, нацеленных на конкретные предприятия. Можно я скажу по этой правке? Значит, дорогие товарищи, вот когда мы делаем спецвыпуски партийных газет, они и нацелены, то есть их цель – распространение на конкретном предприятии. Если мы не привлекаем и рабочих, и других работников вообще-то предприятия к распространению спецвыпуска на данных предприятиях, зачем мы этот спецвыпуск вообще делаем? То есть этот же мы делаем спецвыпуск не для раздачи у метро и на других предприятиях. Мы делаем его для конкретного предприятия. Естественно, что это подразумевает распространение на данном конкретном предприятии и привлечение всех возможных работников к распространению этой продукции. Поэтому я думаю, что здесь это излишнее дополнение. Спецвыпуск именно подразумевает эту обязанность. Вы хотите выступить за? Поправку. Ну, может, просто оставить тему спецвыпуска. Тут мы, конечно, родили. Так вы хотите сказать, что надо привлекать к рабочих к распространению или продолжать практику спецвыпусков? Да, да, просто тут хотелось сразу расширить. То есть, получается, добавить пункт «нацелить партийные средства массовой информации на привлечение рабочих в партию, в том числе и через спецвыпуски». Тогда так. Ну, это
Тогда можно составление спецвыпуска? Ну, может быть, это отдельно. Вот это и было. То есть, и продолжить практику. Получается, смотрите, у нас как бы... У нас и так нацелили партийные средства массовой информации. То есть спецвыпуски, они же относятся к средствам массовой информации. Нацели у нее именно. Просто чтобы мы все понимали, что мы не должны ограничиваться нашими регулярными изданиями, что мы должны атаковать заводы или предприятия именно еще и спецвыпусками. Любых. Вот именно на конкретном предприятии делать спецвыпуски. Ну, дорогие товарищи, если мы хотим подчеркнуть спецвыпуски здесь, в данном пункте, звучать это должно следующим образом. Нацелить партийные средства массовой информации, в том числе спецвыпуски партийных газет, на привлечение рабочих в партию. Да, отлично. Хорошо, когда есть и научная интеллигенция. Прошу ставить на голосование. Уважаемые товарищи, кто за только что предложенную вот эту последнюю правочку, прошу голосовать, кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Все. Предлагается зачитать постановление в целом, да? С учетом правок. Сейчас мы... Можно вопрос? Кому? Ну, просто у меня вопрос. Вот, например, товарищ Золотов сейчас сказал, что у нас уговора не продвигаются, не заключаются. Только что товарищ Казенов внес поправку и задачи, определенные в решениях 26-го съезда РПР. Первое решение 26-го съезда РПР – это продвижение колдоговоров. Мы их выполняем, и мы только что за это проголосовали. Я просто хотел спросить, как это совместимо? Вы выполняете, продвинули куда-нибудь? Мы выполняем как партия, мы только что за это проголосовали. Хорошо, кто еще продвинул? Еще вчера не услышал. Ну вот и я тоже, но мы бы за это проголосовали. И вы сейчас это опровергли, у меня возник вопрос, я его задал. Есть, я их все выписал. Можете что-нибудь еще? За то, что мы выполняем задачи 26-го съезда РПР. Вот задачи, их всего там 5. Это продвижение колдоговоров, создание профсоюзов, везде, чтобы мы продвигали часовой рабочий день. 5. Это привлечение рабочих в парторганизацию. 4. 5. Это работа в качестве корреспондента. Работа в качестве корреспондентов, это имеется в виду, вот статью написал, ты уже в качестве корреспондента работал. Так это мы выполняем, да, многие. Привлечение рабочих парт организации, я ничего не слышал. 3. 6-часовой день мы везде вставляем. Это выполнялся и выполняется всегда. А это 26-го. 26-й съезд. Да, вот это решение 26-го съезда. Ну. Мы должны повторить. И дальше. Нет. Дальше по профсоюзам. Это второй вопрос. И колдоговоры это первый вопрос. И вот сегодня мы только что внесли правку, что. Мы выполняем задачи, определенные в решении Можно я отвечу? Это надо было говорить все в момент голосования. Значит, дорогие товарищи, если возникают такие вопросы... У меня просто возник вопрос. Вот я отвечаю на это, пытаюсь ответить на этот вопрос. Мы постановлял на 26-й съезд постановлял следующее. На предприятия, для которых подготовлены проекты коллективных договоров, переходить к борьбе за их заключение путем агитации в коллективе, а в дальнейшем к организации забастовки. Мне известны случаи в партии людей, которые перешли к борьбе за их заключение. Они их не заключили. Подождите, я отвечу на этот вопрос. Они не заключили эти договора, и мы в этом смысле выполняем постановление съезда. Вот в этом смысле постановление съезда выполняется. Дальше. Продолжать участвовать в создании и работе профсоюзных организаций путем составления проектов прогрессивных коллективных договоров. Мне известно, что за этот год появились новые проекты коллективных договоров. Так что этот пункт мы тоже выполняем.
При работе с коллективом предприятия особо разъяснять, что переход к 6-часовому рабочему дню, сокращение продолжительности трудового стажа с целью увеличения продолжительности жизни является коренными интересами всех трудящихся. 6-часовой рабочий день – это у нас красная линия, идущая через всю нашу агитацию. Всегда. Создавать условия для образования партийных организаций путем привлечения в РПР рабочих в своих регионах. Товарищ Золотов докладывал, какое количество рабочих было привлечено в партию. Работать в качестве корреспондентов партийных средств массовой информации. Я думаю, что этот пункт не вызывает вопросов. Поэтому, в принципе, мы можем сказать, что постановление съезда выполнялось. Выполнялось. Оно не выполнено полностью, оно выполнялось. Давайте я зачитаю с справками, да, постановление настоящее. Постановление 27-го съезда Рабочей партии России, отчет ЦК, РПР и задачи партии. Обсудив отчетный доклад Центрального комитета партии, с которым выступили сопредседатель рабочей комиссии В.В. Кальвет, сопредседатель идеологической комиссии Д. Юшилов, сопредседатель организационной комиссии А.В. Золотов, съезд отмечает, что за истекший период партия выполняла программу РПР и задачи, определенные в решениях 26-го съезда РПР. Выпущена газета «Правда труда», главный редактор И.М. Герасимов, номер 37, спецвыпуск «Шахтер Донбасса», и номер 38, спецвыпуск «Депо». Газета «За рабочее дело», главный редактор В.Е. Лещук, номер 212, спецвыпуск «Красный университет», номера 213, 214, номер 215, спецвыпуск «Рабочей Москвы». Номер 216, газета «Народная правда», номер 162 и 164, с освещением материалов РКР, ответственные за выпуск, первый зам главного редактора И.М. Герасимов. И спецвыпуски «За рабочее дело», номер 161, 163, 164, 166 и 167, спецвыпуск «Красный университет», ответственный за выпуск, зам главного редактора «Народной правды» В.Е. Лещук. Членами партии ведется большая работа по рассылке по регионам и распространению выпускаемых нашей партией рабочих газет на заводах и фабриках России. Проведены международная научно-практическая конференция «Ива Сталин. Вождь строительства социализма», научно-практическая конференция «Ленинский подход к развитию профсоюзов» и «Ленинское учение о диктатуре пролетариата и современность», по результатам которых были выпущены сборники статей. Продолжали обучение трем источникам и трем составным частям марксизма «Красный университет» и «Университет рабочих корреспондентов». Партийная пропаганда велась на партийных сайтах Фонда рабочей академии, Московского, Новосибирского, Северокавказского и Прибалтийского отделений. Круглосуточную работу ведет «Красное радио» ПВ Гамилаури. Члены партии активно осуществляют пропаганду марксизма в сети интернет. Полученные знания члены партии активно используют в работе по составлению и продвижению прогрессивных коллективных договоров, проведении необходимых для этого коллективных трудовых споров ГВ Бобинов, КВ Федотов и индивидуальных споров по обеспечению своевременной выплаты зарплаты АЕ Васьковский. Большую помощь работникам в организации коллективной борьбы оказывает канал Фонда Рабочей Академии С.В. Тюленев. Съезд констатирует, что основной внутрипартийной проблемой в реализации программы партии является несоответствие численности рабочих в РПР нормальной для партии рабочего класса. Ни на одном производственном предприятии России нет партийной организации РПР. Ни одна территориальная партийная организация РПР не является опорной. Это способствует попыткам ликвидации руководящей роли рабочих в партии, ведет к игнорированию плана ее работы. Съезд признает работу партии за отчетный период удовлетворительной и постановляет членам партии рабочим считать своим долгом привлечь в РПР двух рабочих на своем предприятии с созданием фабрично-заводской организации, руководящей борьбой за заключение прогрессивного коллективного договора. Членам партии нерабочим считать своим долгом привлечь в партию двух рабочих для формирования опорных организаций РПР.
Нацелить партийные средства массовой информации, в том числе спецвыпуски партийных газет, на привлечение рабочих в партию. Привлечение рабочих в партию является необходимым условием успешной борьбы рабочего класса за создание советов как организационной формы диктатуры пролетариата. Нижний Новгород, октябрь 2020 года. Прошу поставить на голосование вопрос о принятии постановления в целом. Уважаемые товарищи, предлагается данный проект постановления принять в целом. Прошу голосовать, кто за, против, воздержавшись. Принято, спасибо. Уважаемые товарищи, на этом работу съезда можно закрывать. Значит, руководство организации выбраны. Пожелаем нашим товарищам хорошей работы в отчетном году. Делегироваться на следующий год на съезд, отчитаться о своей работе. Всем сил, удачи. Спасибо за присутствие. Предлагается исполнить гимн. Тем самым закроем съезд. Вставай, проклятием заклеменный, весь мир рабочих и рабов. И вид наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом, воспрянет род людской. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом, воспрянет род людской. Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты никогда. И если гром великий грянет над свой зов и палачей, для нас даже солнце станет сиять огнем своих лучей. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом, воспрянет род людской. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом, воспрянет род людской. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой, чтоб свергнуть не рукой умелой, отвоевать свое добро. Сдувайте горных, будьте смело, пока железо горячо. Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом, воспрянет род людской. Это есть наш последний и решительный бой.